Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С наступлением мая практически все работающие в России автопроизводители подняли цены на свою продукцию. Размер подорожания составил от 1 до 6-7%. Например, самая востребованная новая легковушка «Лада Гранта» стоит сейчас минимум 520 тысяч рублей. Цены на популярные Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan начинаются, соответственно, от 880 тысяч, 840 тысяч и 706 тысяч рублей. На кроссоверы Renault Duster, Hyundai Creta и Toyota RAV4 от 980 тысяч, 1 миллиона 127 тысяч и почти 2 миллионов рублей соответственно. Трасса 101. Появился очередной рейтинг лояльности к автомобильным маркам. Это когда россиянин покупает машину того же бренда, что был раньше. Первое место в списке досталось «Ладе». По данным агентства «Автостат», продукцию «АвтоВАЗа» выбирает снова и снова почти половина респондентов. На второй строчке «Форд». Далее идут «Субару», «Тойота», «Пежо» и «Renault». Трасса 101. Geely готовится к запуску продаж в России нового кроссовера Atlas Pro. Он придет на смену существующей модели Atlas, цены на которые начинаются от 1 миллиона 360 тысяч рублей. Ожидается, что новинка получит безальтернативный бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью почти 180 лошадей. Трансмиссия, механика, робот либо автомат. В списке опций адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора и так далее. Трасса 101. В Объединенных Арабских Эмиратах установлен новый рекорд стоимости автомобильных регистрационных знаков. Таблички с надписью AA9 продали на аукционе за 10 с лишним миллионов американских долларов. Предыдущий рекорд продержался порядка 5 лет – 9 миллионов долларов. Сообщается, что вырученные в результате торгов деньги пойдут на поддержку малоимущих. Не верится, что в ОАЭ такие еще остались. Трасса 101. А в Китае начали работать первые 10 беспилотных такси. Подобные авто функционировали там и ранее, но теперь в машине отсутствует оператор, который мог бы взять управление на себя в экстренной ситуации. За беспилотниками следят дистанционно. Они не начинают движение, пока все пассажиры не пристегнутся. Кроме того, перед поездкой люди должны пройти проверку личности посредством мобильного приложения. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.